подождите, подождите меня, куда же самолет улетел? Пока я, Дирк Новицкий, гостил у своего друга в Латвии Порзингиса, я опоздал самолет. Куда же моя команда? Даллас Маврикс. Полетела играть в баскетбольный матч. Я же лучший игрок команды, они без меня проиграют. Эй, Лентяева! Да, сначала посмотри страны, куда ты хочешь ехать. Вы поможете мне найти, да? Да, или в Судан, или Иордании, или Южный Судан, или Либия, или Кувейт. Ух ты, почти все одинаковые флаги. Как тут разобраться в этом? Вы разберетесь, ребята? Да. Ну что, поехали! Ну нет, я не играю с девчонками, с куклами вообще-то. Зато я играю. Ну, поиграешь со Стефани? Давай. Ну, давай, поиграемся. Эй, Стефани, ты куда? Нам работать надо. Мультики? Да, да, да. Да, давай, Нолик, с тобой мультики посмотрим. Don't let your kid watch it. Мультики. Don't let your kid watch it. Какие еще мультики тут? А ну обратно! Нам работать надо, мультик он смотреть самолет будет. Самолет построим сами, понесемся над лесами, понесемся над лесами, а потом вернемся к маме. Так, снос. И куда мы можем на самолете улететь? В Судане. Судан получает первый балл. Видали, как я работаю? Круто, да? Так, ну идем дальше. Судан. Эш, страшила. Кто страшила? Я не страшила, я великий баскетболист. Меня зовут Дирк Новицкий. Иордания. И Иван Царевич. Какой Иван? Дирк я, Дирк! Хотя Царевич это звучит интересно. Иордания первый балл. Южный Судан. Юнга! Ну и куда мы можем отправиться на корабле? В Южный Судан. Можно, да? Да. Ну ладно, Южный Судан один балл. Эль, Либия. Эль, Леопольд. На баскетбольной площадке во время матча никаких друзей не бывает. Ясно тебе, Леопольдушка? Кувей. Ка! Кузька! Да я тебе сейчас покажу Кузькин матч! Ой! Ну, Спартакус, надеюсь, ты не будешь ругаться? Нет. Ну, давай. Либия. Лошадка. Ну ладно, идем дальше. Без комментариев. Южный Судан. Юла. Да-да, я верчусь как Юла. Я очень крутой баскетболист. Южный Судан, второй балл. Иордания. И игрушки. Какие еще игрушки? Судан. Слон в Судане? Это африканская страна. Ясно, значит, второй балл Судану. Кувейт. Клоун. Кто меня назвал клоуном? Это Робби Роттер. А ну-ка отсюда! Клоуна нашел. It's song is mine. На-на-на-на-на-на. На-н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 а-
Кончай петь, работай давай. Ну и думаешь, я понимаю, что эти звери тут говорят? Они сказали, что Кувейт первый бал. Кувейт первый бал? It's mine. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Кончай петь! Азбуку учи. Азбуку учи лучше. Ладно. Азбука is mine. На-на-на-на. Да, надоел ты. Кувейт. Козленок. Козел ты, понял, Стинджи? Что? Судан. Слон. Слон в Судане, третий бал. Йордания. Игра. Игра? Где игра? Где игра? Я хочу играть. Где игра? И девчонки хочет играться с тобой, Стефани. Да? Ладно, девчонки, поиграемся с тобой. Давай. Лентяйка! Южный Судан. Юный натуралист. Кто? Я? Да вы что? И Эль. Либия. Лошадка. Какая лошадка? Лошадка из майн. Все, прекрати петь! Уберите его отсюда. Стефани, я слышал, ты знаешь латышский язык. Да, я умею. Спортакус учил меня. Ну, давай попробуем. Дермит Судана. Давана. Диви. Дагон рацис. Дагон рацим. Уз дагона ир ракс. Носорог в Африке. Южный Судан, второй бал. Йордания. Яхта. Йоста. Яка. Кур пел яхта? Яхта? Это же моя яхта! Второй бал, Йордания. С Судана. Сиеназис. Сауле. Сауле спутти. Какой сиеназис? Саулите силдас навицки. Кувейта. Каруселис. Камуали. Карусели, карусели, супер. Клоунс рада югус. Кто назвал меня клоуном? Стефани, куда? Еще одна страна осталась. Эль, Ливия. Либия. Ну ладно. Лапса, лиетус саркс, лиетус. Лапса мукнуа лиетус. О, мукнуа лиетус, лапса. Дождь, нет, туда не пойдем. Ну, Зиги. Да, куда идти к королю Новицки? Я скажу Судан. Судан получает третий балл. Заяц, чего такого смешного? Ты сказал, что Робби Роттен тебя звал клоуном. Где этот Робби Роттен? Вот пусть покажется. А. Пока, заяц. О, какая мать, я тут что-то увидел. Вау, какая красота. Девушка, можно с тобой познакомиться? Отойди, мои принцессы! Да ладно, бери ты ее, увози. Не нужна мне. Где фунтик? Где мой поросеночек? Какие фунты еще, стерлинги? Никаких фунтов стерлингов я тебе не дам, бабуля. Давай лучше у Деда Мороза спросим. Он должен знать. Но был я хорошим мальчиком. Да, ты получаешь Судану бал. Ага, приз, меня ждет приз Судана, да? Да. Четвертый бал Судан. Круто. Молодец, Зиги, хорошо тебе получается. Так, Ротен, только не ругайся, да? Окей. Какой
дюйм! Я же баскетболист! У меня 2 метра 10 сантиметров рост! Как у Порзингиса! Ты издеваешься? Да! Все, ушел. Меня тут хлюпиком назвали. Жулье. Среди елок и сосенок маму потерял теленок. Где же мама? Не пойму. Здесь я, мой хороший. Что? Что? Ты назвал меня коровой? Да. Ну, знаешь, Спартакус. Все, ушел. It's song is mine. О, остров? Кто из этих стран тут остров? Так, Кувейт нет, Судан нет, Йордания, Солсудан. Тут нет островов? Стинчи! Что? Что ты тут поставил за песню? Чунга-чанга. It's song is mine. И прекрати петь! Так это же этот, Трубадур. Он мою принцессу украл. Он жулик. Ну ладно, куда они направляются? В Либию. В Либию. Либия третий балл получает. Вот, кто у нас тут знал язык зверей? Да, я знаю язык зверей. Меня Спартакус учила. Ну, и что эти все звери говорят? Мы сказали, что Судан получает 5-й балл. Судан 5-й балл, ну ладно. Так. Я помогла тебе? Да, девочка. Ну, Зиги, настало твое время учить азбуку. Дуа, Эль, Либия. Лупа. Не нужна мне лупа. Кувейт. Ключ от гардероба? Ладно, третий балл Кувейт. Йордания. Иголка. И что я с ней буду делать? Южный Судан. Южный Судан, 4-й балл получает. Я крутой, как Юла. Зиги, у тебя хорошо получается. Попробуй еще одну азбуку. Йордания. Искра. Да, у меня в глазах искры. Я хочу играть, я хочу побеждать. Йордания, 3-й балл. Судан. Смотри, у Салли такая самая краска. А краска, как у меня, майки. Ладно, Салли получает. Судан получает 6-й балл. Кувейт. Да, я король, Кувейт 3-й балл. Да, здравствуй, новый король. Зирк Новицкий. Эль, Либия. Луиджи? Это что-то итальянское, это не подходит. Южный Судан. Южный. Нет, я по площадке вообще плыву, а не юзом езжу. Ладно, Зиги, молодец, ты хорошо помог. Ну, еще одна попытка тебе, Робби Роттен. Палка, огуречка, точка, запятая, получился медвежонок. Что? Ты меня медведем назвал? Да. Ты хочешь сказать, что у меня рык, как у медведя? Да. Ну ладно. Итак, на площадке появляется
Дирк Новицкий по прозвищу Медведь. Так, ну, пошли дальше. Что? Ты меня больным назвал? Да. А ну пошел отсюда ваш. То клоуном, то больным называет тут, понимаешь ли. Какой босиком? У меня вообще-то заключен договор с Adidas о поставке обуви. Никакой босиком. Где ты видел на площадке лужи? Что? Ты еще хочешь сказать, я не тупой? Да. Ну, знаешь. Пошел отсюда. This song is mine. На-на-на-на-на-на. Опять ты поешь? Иди спать. Иди спать. Ладно, it's song is mine. Спать! Ну, эти лентяева, надоели. Меня, во-первых, меня медведем обозвали, потом еще меня больным обозвали, клоуном, тупым обозвали. Лентяева, странные какие-то они. Ну, ладно, остался у нас главный эксперт. О, Jesus! О, Jesus! Ну, помоги мне выбрать страну, куда лететь. В Судан. О. Так, что там такое? Там какие-то коровы. Или это зебры, или лошади, или козы. Не понять, что там такое. Еще это столица Хартум. Ну и где тут баскетбольная площадка? Еще столица Хартум. Ладно. Итак. Дирк Новицкий. И команда. Даллас Маврикс. Отправляется. В Судане. В Судан. Играть в баскетбольный матч. Покупайте билеты, пожалуйста. It's song is mine. Что?